Всем здорово, всем привет. Приехала машинка BMW E90, приехала своим ходом, но у нее не работают аварийка и не работают поворотники. В общем-то, предыстория машинки простояла некоторое время с просевшим аккумулятором. После этого ее прикурили. Ну и последствия, в общем-то, вот такие. Не работает также стеклоподъемник. Ну, давайте проверим, что у нас со светом будет. Все остальное. Давайте включать ее. Так, надеюсь, видно хорошо. Берем ключик. Где у нее эта дырочка волшебная? Включаем зажигание, заводим машинку. Заводится нормально. Свет переключаем, ближние и дальние габариты. Ничего не переключается. Надеюсь, видите, на отражающейся машине напротив ничего не работает. Поворотники тоже щелкаем. И аварийка тоже не работает. Что ж, отлично. Давайте тогда, пожалуй, приступим. Погасим зажигание и подключим диагностику. Посмотрим, что эта шлера нам напишет. Так, срезом вправо. Чпоньк. Использовать будем, значит, этот приборчик. Вот тут и... Диагностика. Автовыбор. Включим зажигание. И посмотрим, что она нам расскажет. Автоматически определила, что BMW. Идет диагностика. Мигают лампочки на приборе. Определила E187, 10-го года рождения, N43 мотор, ручная коробка. Ну, короче, это вам не интересно, я думаю. Поехали дальше. Так, надо было, наверное, как-то запись включить на этом приборе. Давайте я запись заодно включу. Стоять. Где тут запись? А, вот сюда. Надеюсь, будет видно. И включаем автоматический скан. Так, где у нее список блоков? Что, все уже проверил? Оперативно. Так, по климату не видит флап мотора, по комбинации приборов. Так, трансмиттер FRM. Footwell мод называется. Это он же FRM. И в моторной системе нету ответа от FRM. Здесь нету ответа от FRM. Короче, FRM не отвечает. Ага, интересное кино. А ну-ка давайте попробуем в FRM зайти. Так, нет, это будет в бодике. Где наш ФРМ? Эу, ФРМ. Нету. Чазис. Нету. Драйв. Ага, то есть она уже определила, что ФРМа нету. Давайте вручную выберем. Е87. Так, на панели все светится. О, выбор системы. Бодик. Так. Junction Box. Вот он, я так понимаю. А может, и неправильно понимаю. Нет, неправильно понимаю. Что-то она здесь его не видит. Интересно, вероятно, как-то по-другому он называется.
Драйвер сайт. А, во, футбол модуль. О, блин, сляпы. Короче, к нему он не соединяется. Вот, футбол модуль. КБМ здесь они ФРМ назвали. Пробуем еще раз в него зайти и имеем облом. На связь он не выходит. Что ж, начнем, конечно же, мы с проверки предохранителей и после этого полезем уже дальше смотреть. Предохранители расположены вот здесь, вот. Значит, будем проверять. Вот список уже написал на бумажке даже, какие могут отвечать за это. Значит, предохранители проверили, предохранители оказались абсолютно не виноваты. Как говорится, я ни в чем не виноватая я, да? Ну, давайте тогда снимать ФРМ-модуль и будем его пытаться оживить. Так, чпаньк, камеру на голову. Здесь выключаем трансляцию тоже. Так, камеру на голову. Этот прибор мы отключаем. Он нам уже не нужен. А вот это набор инструментов нам с вами сейчас понадобится. Так, телефончик прячем в кармашек. В первую очередь снимаем вот эту вот прокладочку. Она наш друг с вами. Убираем ее сюда. Потом чпоньки надо будет доставать. Ну да ладно, это мы успеем. Фреймблок расположен вот тут и вот. Так, какие у нас тут болтики с вами. Болтики, болтики. Так, надо эту снимать. Хреньку. Так, фонарик не взял. Сейчас схожу за фонариком. И возьмем мой любимый фонарик. Чпоньк. А что это такое у меня с фонариком? Какая-то хрень. Резинка сползла, прилипшая была. Ну ладно, это не самое главное. Чпоньк. И посмотрим. Фу. Какие у нас тут с вами болты. Так, тут крестовой. И тут крестовой. Придется эту нижнюю часть тоже снимать, потому что не может не вылезти. Там, по-моему, тоже какой-то болт должен держать. Так, все через крестовые. Так, этот, может, и не надо будет с разъемом. А может, и надо. Короче, пока все крестовое. Наборчик простой, ничего, как говорится, лишнего. Чпоньк. Или поменьше взять. Ладно, пока хватит. О, подошла. Не, все-таки меньше головку надо. То еще посрываются. Так, это вроде поменьше или это? Красота какая. Возьму эту. 3-4. Попробуем этой. Этот подошла. Или там все-таки сверху крестовая. Так, этот болт нормально открутился.
заканчивать. Надо было верх вынимать, покажись. Или все-таки придется. Так, не, наверное, надо. Так, все-таки. Не, тут звездочка, а не крестовая. Звездочка. И вот наш любимый блочок, который мы будем с вами снимать. Может, пойдет? Вот. Этот, по-моему, побольше, чем это. Давайте померяем. Да не, больше. О, даже еще больше. Десяточка, наверное. Ну-ка посмотрим. Точно десятка. И будем откручивать. Открутим снизу. Может, он вниз и сползет. Будем надеяться на чудо, что его кто-то до нас уже разжимал. Красавица. По-честному, больше всего не люблю это что-то разбирать. Тут как бы снизу есть прорез, сверху. Не, похоже, придется снимать эту хрень. У нас звездочка на вид где-то вот такая, но могу и ошибаться. Сейчас померяем. О, ишь ты, с первого раза угадал. Так, будем разбирать эту часть. Конечно, можно было отогнуть, но мы, как говорится, не ищем легких путей. Больше всего, как я уже говорил, я не люблю разбирать обшивки в машинах и прочее. Так, опускаем вниз. Так, что-то еще держит. А вон шпонька. Залезем. О, так, туда можно залезть, поэтому все-таки дальше откручивать не будем, усложнять картину. Вот она, наша радость. Ага, так не хочет, под уголком надо. Возьмем вот это счастье. И надеюсь, может быть, вот это понадобится, может, нет. Ладно, посмотрим. Вот так. Засовываем туда руку.
и пытаемся попасть. Что-то мешает. О, попал. Так. Пошла. И пошла, поехала вниз. Пошла, поехала вниз. Ой. Вот она. Наша радость. Так, следующий, конечно, нам надо аккумулятор снять. Если мы его не снимем, то будет тоже не очень радостно. Вот же БМВ выделывается. Так. Где-то кнопка багажник есть? Нету, похоже. Не, ну должна где-то быть. Конечно, кнопка багажник открыть. Так, что-то ворота открылись. А, это я в кармане кнопочки нажимаю. Вот он, наш замочек. И открываем. Открыть-закрыть работает. Багажник. Багажник не хочет. О! И багажник, оказывается, через раз открывается. Так, кто-то звонит. Алло. Привет, машинку делаю, чуть позже наберу. Вот. И снимем минуса. Не будем усложнять, как говорится, картину. Давай, сползай. О, все, теперь можно фреймку снимать. Так, одно что... Мы закроем, она закроется. А мы спереди тогда будем добираться. Все. Здесь уже мы потеряли доступ. И снимаем теперь фишки. На самом деле не страшно. Мы потом просто... подключим под капотом, подадим питание с целью, чтобы открыть багажник. Так, эта фишка снялась спереди. Вот она. Снялся этот. О, иди сюда. Этот провод сняли, верхний разъем. И нижний еще остался. Вот он.
Все. Три разъема почти сняли. Так, этот нижний еще не снялся. Вот мы уже рядышком. Так, я его расстегнул. Он что-то не сильно хочет сниматься. Я думаю, снимем все-таки еще вот этого красавца. ОБД-разъем не дает пройти. А тут крестовая у нас. Я чувствую, вся работа займет меньше времени по восстановлению блока, чем разбирание всей этой хренотени. Во, все, сняли. Фу, ого, а он, я смотрю, он у нас зацветший фреймчик. Вот. Залитый водой явно еще, кажется, он зеленый контакт зацвел. Сейчас разберем, посмотрим, что внутри, перед тем, как восстанавливать. Может, сразу за новым, за покупкой. Ну, как за новым, за бэушным. Будем его подвязывать. Так, смотрим на нашу прелесть. Да нет, вроде более-менее чистая платка. Не так, чтобы все грустно. Что ж, будем восстанавливать. Надеюсь, он все-таки живой. Чпоньк. В принципе, можно не защелкивать. Все равно сейчас разбирать его. Что ж, пойдем восстанавливать. Пойдем восстанавливать эту зверюгу. Ну что ж, блочок мы сняли. Будем теперь его оживлять. Чпоньк. Одеваем камеру на голову. Так, и наклоним немножко. Использовать будем вот этот чудный мультипрок, зверюшку. И кабель будем использовать МЦУ-адаптер от него. Тут, в принципе, у нас на схеме все подробно разрисовано, куда что припаять. Так, значит... Вот на этой вот части разъемов это все будет происходить. Так. И будем припаивать. Так. Потом у нас идет одна рядом, две вниз, и на выступе вот это. Масса. Надо чуть-чуть припойчика взять. Не хочет масса прихватываться. О. Так, нам еще надо будет желтый провод, вот этот, и пурпурный. Желтый мы ставим рядом с питанием на эту точку.
и пурпурный. Purple. Так, это brown, это точно не он. Так, это blue, точно не он. Я думаю, что это вот этот purple. Да, это purple. Он у нас, получается, ставится вот на эту вот точку. Через... Так, вот сюда, да. Что ж, вот мы уже присобачили все как надо. И втыкаем это чудо в наш супер прибор. Если канал смотрите, наверное, обращали внимание, как долго я сию процедуру делал на VVDI Pro'ге. Либо на другом каком-то калькуляторе, программаторе можно это как долго делать. Так, подложу под низ пластик вот этот. Так оно будет спокойнее и надежнее. Чтобы ничего не подкоротить нигде. Так, а где тут закрывается? О, вот так нажмем. Как делается процедура? Стоять. Сначала, конечно, надо включить программатор. Тут долго бы пытался. Все эти провода, которые остались свободные, отодвигаем в сторону, чтобы они у нас ни за кого не коротнулись. Включаем мультипрошку нашу. Ждем, пока загрузится. О, определилось устройство. Уже хорошо. Так, и нажимаем. Выбираем, значит, BMW, серия Repair, девайсом. И нажимаем Read. А, конечно, у нас картинка эта маленькая осталась. И нажимаем Read. Процесс считывания пошел. Все, считали. Как сказал я в свое время, да, бэкап спасет мир. Обязательно сохраняем то, что мы с вами вычитали. Так, флеш в работе. Новая папка. BMW E87 FRM и сохраняем файл. Процедура восстановления до ужаса простая. Нажимаем Data Repair, открыть файл. Выбираем этот файл, который мы с вами считали. И нажимаем «Записать», без всяких пересчетов каких-то непонятных и прочее дел, которые мы с вами делали раньше. Все, собственно, блок восстановлен. Теперь пойдем с вами дружно его проверять на машинку. Ну что ж, надо теперь открыть машинку. Как же без этого? Воспользуемся обычными открывачками BMW, чтобы добраться до багажника. Вот так. Здесь у нас плюс нарисован, да? А минусы куда-нибудь на мотор, да, или без разницы. Так, минусы на минуса. Плюсика. На плюсика. О, подала признаки жизни. Теперь попробуем открыть багажник этого чуда. Все замечательно. Багажник открыт. Теперь плюсы мы сможем подцепить. Мой аккумулятор, конечно же, мы обязательно снимаем на период того момента, пока будем цеплять ФРМ, чтобы опять не словить чудеса на виражах. Ну что ж, контрольный в голову. Пока еще ничего не скручивал перед всеми этими процедурами. Проверим, заработала ли аварийка.
И поворотники. Все. Поворотник, аварийка мигает. Так, зажигание включаем. Поворотники мигают. Дальний свет заработал, он мигает на противоположной машинке. Да и на панели уже видно. Все, Zergut. Ну, давайте заведем уже. Все. И пропала ошибка на приборной панели, на ФРМ. Вот такая вот замечательная процедура восстановления блоков ФРМ. Как я собираюсь это скручивать, буду уже снимать на видео, наверное, не буду, да я думаю, вам не интересно. Не забывайте о том, что мы проводим курсы, на которых учим, как восстанавливать блоки, ремонтировать, диагностику делать, ключики привязывать. У нас много разных направлений. Ну и главное, правильно снимайте аккумулятор и старайтесь, чтобы у вас он не просаживался. Лучше снять заранее, чем высадить его в ноль. Подписываемся на канал, ставим лайкосы, внизу под видео оставляем свои комментарии. Постараюсь на все ответить. Всем до скорых встреч. Пока-пока.